День Победы – знаковый праздник для каждого россиянина. Ведь в каждой семье есть защитник, который сражался за мирное небо. В этот день со слезами на глазах мы вспомним, как жили химчане в те военные годы. 16 ноября 1941 года начался второй этап наступления на Москву. План операции «Тайфун» называл город Химки калиткой в Москву, через которую нацисты хотели пройти строевым шагом до Кремля. Красная армия и жители Химок выкопали 9 километров противотанковых рвов, а также возвели 19 километров проволочных заграждений, артиллерийских площадок, землянок и бомбоубежищ. На предприятиях города изготовили более 1000 противотанковых ежей. На Ленинградском шоссе в конце 1941 года насмерть стояли советские войска. На 23-м километре трассы в 1966 году в память о подвиге солдат и тружеников тыла возводят монумент ежи. Архитектурная композиция становится визитной карточкой не только Химок, но и всей страны, как символ труда и упорства защитников. Монумент состоит из копий противотанковых ежей, которые в годы войны послужили защитой от вражеской бронетехники. Перед конструкцией на каменной плите размещена надпись с выдержкой из сообщения Совинформбюро от декабря 1941 года. Помимо ежей, частью композиции является гранитная стела с изображением солдат и рабочих и высечена надпись «И врагу никогда не добиться, чтоб склонилась твоя голова». Это отрывки из стихов Марка Лисянского, младшего лейтенанта, поэта и защитника Москвы. Свой призыв в Красную армию вспоминал ветеран Великой Отечественной войны Юрий Двойкин. Его прямо со школьной скамьи отправили обучаться снайперскому делу. Позже молодого солдата поставили на должность инструктора по боевой подготовке. Подходит ко мне в это время командир роты и говорит: «Тебя вызывает начальник политотдела, иди. Назначаем тебя на офицерскую должность комсорком 1-го батальона». Вы знаете, очень опечалило меня это сообщение. Их было 11 человек, нас разлучают меня с этим коллективом. Другой монумент, посвященный Великой Отечественной войне, это стелла-обелиск, отстоявшим отчизну. Он появился на год раньше монумента ежи 20-летию разгрома немецких войск. Прямо за стелой в 2011 году возвели уникальную аллею, которую посвятили героям-землякам. В строительстве обоих памятников участвовали сотрудники научно-производственного объединения Семена Алексеевича Лавочкина. В Химках есть еще 12 памятников с военной тематикой. Память о военном быте и о том времени сохранилась. Все это можно увидеть в онлайн-формате в виртуальном музее Химок. Материал собирали в течение нескольких лет, и это огромная база о героях и о событиях Великой Отечественной войны. Говоря о портале, я знаю, что на протяжении всех этих лет в школах проводятся исследовательские работы с привлечением детей по как раз жизни наших химчан, наших героев в годы Великой Отечественной войны с использованием вот этого портала «Химки. Все для фронта, все для победы». И одним из заданий было эссе на тему, чтобы дети наши хотели видеть на этом портале, для того, чтобы он был для них интересен. Живые легенды. Так сегодня можно сказать о тех, кто пережил то страшное время войны, кто помнит тыловые будни. И до сих пор продолжает делиться своими воспоминаниями. Стоднолетний ветеран Евгения Колесникова помнит все до мелочей. Она рассказала, как работали люди и выживали в тяжелые военные годы. В колхозе была одна единственная полуторка машина, и ту забрали на фронт. Везли в военкомат в район ребят, призывников, всех стоя, они все обнялись на машине, и их везли в военкомат. И так я осталась в колхозе, работы были мужские, все, что только надо, делала. В этом году 79 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. Весомая дата в нашей с вами истории. Многих героев тех событий уже нет в живых, но память об их подвиге будет жить всегда. Сегодня в этом помогает всероссийская акция «Бессмертный полк», которая уже стала символом Дня Победы. Химчане принимают в ней активное участие. Тысячи людей выходят на улицы города, чтобы почтить память героев и отдать дань уважения павшим. Кирилл Зыкин, Вильфред Демковский, новости Химки ТВ.